Доброго дня! В ефірі програма «Розмова на тему» та я її ведуча Олена Клепа. Сьогодні ми поговоримо одразу на дві теми. Перша – це методична робота Вітовського районного організаційно-методичного центру. А друга тема – нематеріальна культурна спадщина Вітовського району. У нас в гостях Катерина Мірзоян, директор Вітовського районного організаційно-методичного центру, і Наталя Феник, головний методист Вітовського районного організаційно-методичного центру. Вітаю вас в нашій студії. Здравствуйте. Пані Катерино, одразу до вас запитання. В чому взагалі заключається робота методичного центру? Методический центр занимается, разумеется, методической работой, а методическая работа – это всегда поиск. Поиск нового, поиск интересного, поиск полезного, полезных ресурсов, полезных рычагов, которые в дальнейшей работе методический центр использует для повышения качества отдыха, допустим, на селе, в районе, для углубления творческих позиций коллективов, в данном случае Витовского района. Это такая работа, которая объединяет в себе как поиск, так и популяризацию тех ресурсов, которые имеются в районе, и с помощью которых вся культура, допустим, нашего района выходит на более высокий уровень. То есть можно сказать, что вы, ну, в принципе, помогаете домам культуры, которые... Конечно. Это одна из видов работ наших, и мы им помогаем в том числе и методической работой. То есть мы находим что-то интересное, полезное, то, что соответствует запросам данной местности, и это все перерабатываем, оформляем и преподносим уже нашим домам культуры как готовый продукт. Какие есть еще формы, кроме вот... Кроме методической, да. Есть такая форма, как организация. Организация концертов, организация мероприятий, организация лекций, организация мастер-классов, организация... Ой, ну всего, чего только можно, организация для продвижения какой-то идеи в массы через культуру. То есть не только какие-то рекомендации, да, еще и помощь, конечно, уже практичная. Конечно, конечно. И в этой непростой, но очень интересной работе всегда мне помогает мой главный методист Наталья Феник, которая, несмотря на свою скромность, потрясающей глубины человек, и настолько она чутко чувствует веяние сегодняшнего времени, что все ее разработки методические всегда попадают в десятку тех требований, которые нам предъявляют директора домов культуры и заведующие сельских клубов. Наталья Владимировна, как вам удается так, где вы находите вот эти все разработки, или вы вот сами свой опыт передаете? Все дело в том, что прежде чем начинать работать в методическом центре, я была художественным руководителем дома культуры. Поэтому то, что нужно работникам культуры, я это знаю, я это чувствую, потому что я знала того, чего не хватало мне. Ну вот я, разрабатывая какие-то новые методики, я учусь сама, учу своих коллег на работе клубной. Какие методики уже разработали, что есть, какие наработки? Ну, из последних вот методического материала, который мы сделали, это к Дню независимости мы приготовили методический такой материал, как «Забутый автор «Ще не вмерла Україна» нашего гимна». «Забутый автор», он есть наш Шевченко. Каким образом Шевченко переплетается, так сказать, в тексте, ну, с чем Шевченко связан с текстом нашего гимна, ну, мне кажется, это интересный материал. Тут правнук автора гимна рассказывает, каким образом Шевченко относится к нашему гимну. Но это методическая работа больше как исследование, да? Исследование, да, исследование, но это, между прочим, в чем может помочь этот методический материал нашим клубникам? В том, что вот написание сценария, например, вот есть же день не только независимости, а день нашего гимна Украины, все тому подобное. И даже вот на шевченковские дни, как бы тоже, может быть, использовать этот материал в сценариях.
Потом также вот к Дню независимости мы такой сделали такой методический материал, как вот выпустили сборник юморесок не только Павла Глазового, а и современных авторов. А туда какие, ну, на ваш взгляд, лучше вошли? Какие автора, скажем так? Не, ну, нельзя очень сказать, но вот, например, Павло Глазовый, вот мы только буквально вчера были на мероприятии, посвященном дню 95-летию со дня рождения Павла Глазового, он бессмертный, ну, как сказать, он постоянно популярен, этот автор, поэтому нельзя сказать, кто-то больше, кто-то меньше, но... У нас, кстати, тоже есть иллюстрации именно вот этих двух сборников. Я предлагаю нашим зрителям посмотреть, и вот во время просмотра вы тоже можете, в принципе, комментировать, как вы подбирали вот эти вот именно произведения. Все-таки же не все подряд вошли на День независимости. Вот вы видите, это сборничек «Забытый автор», да. А второй, с описанием, а второй, да, это вот гумарески. Начиная от современных, и потом продолжится Павла Глазовый. И даже есть гумарески Тараса Григорьевича Шевченко. Очень интересно, как вы помогаете домам культуры организовать разные праздники и вообще какие праздники организовываете? Как обычно, Красный день календаря – это праздник 100% на селе, потому что культура в селе – это одна из форм восстановления своих духовных, физических, душевных сил, эмоциональных своих сил. И культура в районе заключается на самом деле в проведении концертов, в участии в этих концертах населения того или иного населенного пункта. И когда организовывается мероприятие, это задача директоров домов культуры. Но если директор хочет что-то такое, знаете, эксклюзивное или изысканное, то мы подсоединяемся к его работе и ищем или форму интересную в этом виде квестов, или в виде игр во время концерта, либо мы ищем направленность концерта, либо мы идею какую-то ищем такую, которая бы была интересна жителям этого села и которая бы проходила красной нитью на протяжении всего концерта. И вот в свете сказанного мною хочу рассказать вам о методичке «Организация квестов для детей. Идеи для сценариев и практичные порады». Эту методичку также разработала Наталья Владимировна. Да, в эту методичку вошли разновидности квестов, какие они бывают, какие современные, будем говорить так, конкурсы можно организовать при квесте. В какой местности можно организовывать рекомендации, эти, да? Да, разные рекомендации. Очень такой насыщенный сборничек. И хочу отметить, что подростки, это та вековая категория, возрастная категория, которая стоит на грани. Они еще не знают, чего они хотят, они не знают, куда обратить свой взор, да, и квесты. Они сидят очень много у компьютеров, за гаджетами, и, соответственно, их надо чем-то отвлекать. Под влиянием отвлекать, гаджетов, да, формируется их мировоззрение, и в конце концов формируется их культура. Нашу задачу мы видим в том, чтобы детям предоставить весь спектр интересов, который им доступен в этом возрасте, чтобы они могли выбрать либо музыку, либо рисование, либо хореографию, либо поэтическое слово, моделирование, в общем, все что угодно. И квест – это как форма узнавания, как форма познания разных инструментов для самовыражения пидлитки. Я так понимаю, что не только вот с помощью, скажем так, квестов, а еще, я знаю, есть у вас отдельно сканворды, кроссворды. Это вошло уже в следующий сборник, да? Да, это вошло в следующий сборник, о котором мы поговорим немножко позже. Это мы написали альманах, посвященный 80-летию нашей Николаевской области.
куда вошли материалы по нематериальному культурному наследию. Сборничек этот написан в форме экскурсий по селам. Описываются обряды, исторические, наверное, какие-то моменты. Если мы сейчас говорим об этом сборнике, то это на самом деле очень серьезный труд. Это и исследовательская работа, это и систематизация той информации, которая была добыта в каждом селе Витовского района. Насколько интересен материал, я думаю, что и мы с вами, и вы, дорогие зрители, сможете познакомиться на странице Витовского методического центра в Фейсбуке, где я выставляю все методические разработки нашего центра. И данная разработка будет интересна любому человеку, не только нашей Николаевской области, но также жителям других областей. И на базе этого сборника, я думаю, вам тоже будет интересно составить свою методическую разработку, свой сборник с нематериальной культурной спадщиной, что является хорошей работой для исторической памяти, для того подгрунтя, на котором уже можно строить свое будущее. Кто помогал вот в этих всех исследованиях? Кого вы зазывали, скажем так? Ну, не то чтобы мы зазывали, я уже сказала. Мы общались с жителями села. Мы заезжали в каждое село, где есть наши дома культуры, с нашими работниками дома культуры. Мы общались с людьми, которые знают, будем говорить, то, что постепенно кануло в лету. Но они еще помнят такие моменты, которые нам сейчас интересны. Например, в одном из наших сел есть интересный старинный рецепт приготовления, сейчас мы это называем брынза, а тогда он назывался какой-то сыр, не могу вспомнить точно какой. Так вот, они добавляли в приготовление этого сыра ингредиенты, которые сейчас, в принципе, не употребляются. Вот если сейчас мы видим в продаже в домашнем изготовлении брынзы, могут зелень добавить, да, или там красный перец могут добавить, то наши предки добавляли травы. Лечебные травы. И этот продукт уже был не только вкусный, не только гастрономическим продуктом был, но и лечебным. И какая трава, от какой хвори, в каких пропорциях добавлялась, когда этот сыр делался? Один делался там перед Пасхой, во время там Страстной Седмицы, другой делался перед Покрова, значит, для силы казацтву. В общем, настолько интересно это было смотреть и слушать, и читать, и узнавать, что захотелось прям самим это все сделать. А здесь тоже есть такие ведомости? Да, да, да. В одном из сел нам рассказали, как раньше пекли хлеб. Сейчас, конечно, пекут хлеб, добавляют дрожжи, а раньше пекли бездрожжевым способом. Очень интересно рассказали, каков этот рецепт, как это делался хлеб. Значит, замешивалось, значит, это тесто, потом с одной части теста выпекался хлеб, остальная часть теста оставалась, это были своеобразные дрожжи или как бы закваска. Основа, закваска. Да, закваска для следующего выпекания хлеба. Потом интересный еще был этот самый момент, в одном из сел нам рассказали о драке, о драках вообще, О культурной стороне драк, я бы даже сказала. Ну вот почему-то в моем понятии драка – это какое-то, будем говорить так, не знаю, как хулиганство, свавилья украинскую мовою, или же, скажу больше, наверное, бой без правил. Ну вот я думаю, какое может быть, какая связь может быть с прошлым, вот драка, что есть? Оказывается, драки, они начались еще с давних времен, более как бы... Как ритуальное действие, возможно. Да, вот начиная с праздников, когда
стенка на стенку, да, да, и шла коллеги, там. Коллеги, помните фильм «Сибирский цирюльник», где перед, в канун прощенного воскресенья выстраивались мужчины стена на стену, бились, бились до первой крови. Между прочим, сказали, кто в таких драках погибали люди. Да, я уже потом, когда вот услышала эту информацию, я начала добывать ее из простора интернета и читала, что даже тот, кто погиб в подобных видах драк, считался, я не знаю... Праведником, наверное. Да, 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 что ли. Это даже было... Погибнуть в драке, это было даже очень даже почетно. Я знаю, что в этой книге есть и карты. У нас тоже есть видеоиллюстрации. Давайте посмотрим. Да, мы очень тяжело добывали карты. Это вот карта Херсонской губернии старая. Вот эта карта нам тяжело досталась. Это один из мужчин в Херсоне. Вот она из четырех частей состоит. Этот мужчина в Херсоне занимался в архиве. И да, и мы его попросили, чтобы он нам ее добыл. Эти карты мы использовали В этом сборнике для того, чтобы, например, можно было знать по нашему Витовскому району, какое было население, какие они... Какие национальности населяли, да? Кто откуда мигрировал. Сколько человек жило в определенном населенном пункте, какие названия населенных пунктов были. В общем, очень интересно, это была своего рода доследницкая работа. Да. И хочу сказать, что когда начинаешь заниматься исследовательской работой, ты ищешь что-то одно, находишь его, а от него есть еще 10 дорог, по которым ты можешь дальше идти и исследовать глубже и интереснее. Это настолько захватывает, что у нас Наталья Владимировна, у наших работников методического центра, по ходу работы исследовательской относительно нематериальной культурной спадщины еще появилось очень много идей, которые бы мы хотели воплотить, и надеюсь, что после напечатания данного сборника мы будем использовать. А сборник мы планируем напечатать в виде книги, презентовать эту книгу. Возможно, даже это будет двухтомник, потому что сборник имеет более 100 страниц, и оформлением занималась Наталья Владимировна Феник. Вот, и мы хотим издать к 80-летию двухтомник нематериальной культурной спадщины Витовского района. Очень хотим. То есть это пример, как будет? Это своего рода черновой вариант, будем так говорить. Черновой вариант. У нас будет твердый переплет, у нас будет редакционная коллегия, у нас будет как бы все по правилам, потому что это та информация, которая остается нашим детям, внукам и так далее, и она должна быть достоверной, она должна быть проверена специалистами и только тогда преподнесена читателям широкого круга. Уже думали, на какие темы будут поделены вот эти вот два тома? У нас тома делятся не по темам, а по поселам. Топографически мы делим два тома, да. То есть у нас каждое село, вот в сборничке, например, вот мы говорим о селе. У нас своего рода такая вот красочная перегородка, ласково просимо до села там такого-то. Мы начинаем разговор. Да, сначала мы говорим о том, как это село выглядит, историческая его справка, и потом с кем встречались, о чем говорили, что увидели. Понятно, что очень тяжело собирать этот материал, потому что некоторые люди не хотят говорить, А те, кто говорят, возможно, где-то утаиваются тихонько. Они и утаиваются, и, как правило, они особо... я знаю такой рецепт, или там вот мои родственники делают вот так и вот так, и все, и дальше ничего. То есть, они для того, чтобы написать, да. Эту информацию. Чтобы уже это все собрать, описать, двумя словами это не опишешь. Соответственно, уже начинаешь потом целую такую поисковую работу. Начинаешь искать информацию еще через кого-то, возможно, где-то в интернете, возможно, где-то на форумах. Потом это сопоставляем, потом сопоставляем вот эти вот факты и уже начинаем, будем говорить так, художественно его форму. Потому что если написать это сухим статистики. Документальным языком, это, я так думаю, не очень интересно будет читать обыкновенному читателю. А вот если его немножечко оформить
художественно. Там и включены стихи наших местных поэтов, даже некоторых поэтов сел, о которых мы говорим, о родном селе. Ну, вот так мы собираем вот эти материалы художественные, документальные, собираем это все вместе. Опять же говорю, что материал очень собран по крупицам, добавлен нами из разных вот источников, обработан. Вот так мы работаем над этим сборником. А есть ли какие-то рамки, скажем так, вот, например, в одном селе, ну, очень широко, скажем так, распространенная культура, что ли, очень глубокие истоки, а другое село наоборот. Да, Лена, вы абсолютно правы, потому что в Витовском можно районе... Можно полсборника написать об одном селе. Да. Да, есть села с давними традициями, с давней историей, а есть села, которым 50 лет, и, собственно, в этих селах традиции те, которые привезли люди, которые населили этот пункт. Это и Западная Украина, и Болгария, и Греция. И вот в этих селах интересно смотреть, как модифицировались. Культура вместе всех народов, вот да. Так вот своего рода сошлись воедино. Да, и получается такой культурный синкретизм, где мы можем явно увидеть, это греческая культура, это украинская, но не настолько органично переплетены, что мы думаем... И они хорошо очень сосуществуют друг с другом. Да, что это будет такая же долгая традиция, которая продлится еще столетия. Очень долгая у нас, очень такая вот традиция нашего района по нематериальному культурному наследию – это изготовление веников калиновки, правда, да, это у нас целый бренд села, вот. Очень интересно встречались мы с людьми, узнавали, когда сеют сарго на веники, как они их собирают, в общем, очень там интересно. Там способы плетения веников, веник для улицы, веник для дома. В Воскресенском у нас казацтво возрождает семья, тоже очень интересно. Павел и Олеся Рыколенко, они такие завзятые ребята, они возрождают казацкие традиции, казацкое воспитание и мужское, и женское, потому что в те времена по-разному воспитывались дети. И это так интересно, когда такие малюськи, годика три, уже с шашкой, с чубами, они такие казаки все. Вот, и девочки, которые изучают помимо женских каких-то рукоделий, изучают также военное дело, они умеют обращаться с оружием. И, ну, это вселяет надежду, что не то, что ще не вмерла Украина, а что Украина будет крепнуть и развиваться в ее же славу. Вот в этот сборник вошли, что касается Воскресенска, вошло описание Павел Риколенко, сплел сам нагайку, настоящую казацкую, из кожи, как полагается. Вот мы увидели, заинтересовались этим материалом, описали, какие они бывают, эти нагайки, каким способом плетут, из чего плетут и как плетут. Потом он имеет настоящий казацкий пояс, черес. Вот, его семья, дочка, сыновья, тоже вот недавно сын его, папа ему сделал тоже настоящий казацкий пояс. Вот, об этом поясе мы писали, из чего он делается, как изготавливают его, особенности изготовления. Также наш Павел Риколенко носит настоящий казацкий чуб. Мы тоже доследили, почему носили казаки чуб. Оказывается, есть такая казацкая, что ли, ой, как правильно сказать, поверье, что почему казаки носили чуб? Для того, чтобы Господь мог вытянуть казака из пекла, из боя вот этого вот, из огня, из... Очень хорошо, что есть такие семьи, которые передают вот так с поколения в поколение это все, и главное, что есть возможность это все запечатлеть, сохранить и передать еще дальше. Вот, а зачем, вот у нас не так много времени осталось, зачем вообще нужно проводить такую работу, и насколько это важно вот именно сегодня, именно сейчас, именно для Николаева, для всей Украины вообще? Ну, глобальный такой вопрос, и мало времени. Он глобальный, но он
Наоборот, наверное, я бы сказала простой, потому что любой человек, и вы, и я, и все вокруг знаем, что без прошлого нет будущего. И как пишется в Библии, все возвращается на круги своя. Что было, то есть, что есть, то и будет. И, собственно, на уроках истории нам и надо учиться. И уже не было таких ситуаций, не было таких моментов в истории, которые у нас сейчас есть, а раньше не было. Все было. И вот то, что мы описали в этой книге, оно сейчас получает второе дыхание, оно сейчас трансформируется, оно как бы входит плавно в систему нашего мировоззрения сегодняшнего. И это здорово. И когда мы причастны прошлому, то мы наполняемся, вот, ну что ли, какой-то родовой энергией, что ли. Ну, вот, по крайней мере, у нас Наталья, мы там прям гордимся, так что у нас были такие предки, что мы живем на той земле, где жили люди, которые делали такие произведения искусств, такие сельскохозяйственные вырубы и так далее. И думаю, что это важно не только для каждого человека, это важно для страны в целом, потому что если мы посмотрим, обратим свой взгляд на Запад, то там даже самая маломальская страна имеет и свою историю, они по крупицам собирают, хотя у них история влезет в половину нашей книги, да? Вот. Но это очень важно, это важно, и об этом все знают. Спасибо большое, что вы к нам пришли, много интересной информации нам рассказали. Я вам желаю только интересных людей, разговорчивых, и которые побольше знают, побольше, что вам помогали в вашей работе, а вам было о чем рассказывать, и еще не один раз приходили к нам. Тем более, что зрители, которые нас смотрели, я думаю, уже знают, где посмотреть можно вот эту всю информацию, где для себя что-то почерпнуть. Еще раз вам большое спасибо. І вам, мої любі глядачі, дякую. Зустрінемось з вами рівно за тиждень.